Всем привет, друзья, с вами как сейчас драйвер 51 РУС. Значит, вот для огородных целей приобрел мотокультиватор Чемпион БК-7712. Вот, короче, так это все выглядит. Так, в комплекте тут идет, значит, этот руль, фрезы по 3 штуки на каждую сторону. Так, что еще? Свечник, отвертка. Свечник, отвертка, паспорт по эксплуатации, масло, мотор, значит, заливная пробочка, сливная пробка, включение-выключение, бак 3,6 литра, значит, сам культиватор 6,5 лошадки. Что еще тут сказать сразу? Масленица, ребята, заводом-изготовителем при транспортировке сливается. Заказывал через 220 вольт. Значит, пришел он в комплекте. Еще бывает рама для сборки, но она тут отсутствует. Так, и сошка еще сзади. Значит, вот, прикручивается крепление сошки и сама сошка. Вот эти шплинты, которые ставятся... Как вам сказать-то, где? Вот когда ставите фрезы, вот, вот отверстие. Так, сейчас растеряем, ребят, все. Так, сейчас я это достану, сразу покажу. Посмотрел тоже по видео обзорчики, да? Вот он получается, шплинтик с болтом с этим. Вставляется оно и шплинтуется. Но говорят, при работе вылетают, так что народ сразу рекомендует, ребята, купить гвозди, чтобы не было потом проблем. Обычные. Вставляете за место шплинта и плоскогубцами загибаете. Уже точно никуда не денется. Так. Бензин 92, двигатель четырехтактный. Так. Ну и сейчас я его буду, ребят, собирать. И будем на огороде пытаться взять целину, будем долбить. Так что посмотрим, что тут к чему и почему, как это все дело работает. Стоимость аппарата, значит, через интернет на сайте было 22 900. Так как его не было в наличии, нужно было на привоз делать, то еще за привоз пришлось отдать 2 с копейками. Полностью обошелся он 25 400. Вот такая, ребята, машина. Колесо, значит, для транспортировки. Ну, я его ставить не буду. Так просто будет валяться, короче. Все, естественно, протянул. Масло залил. Значит, масло полусинтетика для четырехтактных двигателей. Так, видно, не видно? Ёшкин кот. Так. Так, САИ 10В40. Полусинтетика. Культиваторы, генераторы, газонокосилки, снегоуборщики. Короче, вот такое маслице еще в магазине. Так, в картер заливается 0,6 литра. Вот. Ну и все. Следующее видео, ребят, уже как соберу. Будем смотреть, как он тарахтит, работает. Будем заводить. Все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи и пока.